моей авторской песни Владимира Васильева «Давай немного помолчим. 2019 год». Пускай в домашней тишине звучат слова любимых песен, пусть мир двоих сегодня тесен, горит луна одна в окне, горит луна одна в окне. Давай немного помолчим, давай послушаем мы души, и песни в них, и в радости им пусть согревают наши души. Что нужно нам еще для счастья? Что хочешь ты, хочу, что я? Увидеть дно вина в бокале и петь любимый в этом зале, и петь любимый в этом зале. Давай немного помолчим, и мы послушаем мы души, и песни в них, и в радости им пусть согревают наши души, и песни в них, и в радости им пусть согревают наши души. Любовь с собою ощутить, уснуть вдвоем, затем проснуться, с улыбкой утром повернуться и вновь с любовью вместе жить. И вновь с любовью вместе жить. Давай немного помолчим.